18 июня в 2 часа ночи по московскому времени российская команда стартовала на чемпионате мира. Это был поединок со сборной Южной Кореи. Главная задача у футболистов была на этот матч – порадовать болельщиков. Может, сильно они их и не порадовали, но и не разочаровали. Сыграли в ничью 1-1. Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь в Доме детства и юношества, решили поболеть за российскую команду. Российский футбол, победа за нами! Россия гордится ее игроками! Как истинные фанаты, они раскрасили себе лица и, взяв попкорн и свистки, собрались у большого экрана. Игра была ожесточенной, а эмоции болельщиков яркими. Они даже опоздали на завтрак, но это стоило того. После завтрака спортивный настрой не пропал. В поддержку нашей команды отряд «Сталкер» сыграл товарищеский матч с командой «Барселона» детской спортивной школы. Сегодня товарищеский матч на то, что Россия играет с этим, с Кореей. Ну и мы хотели поддержать их и свой товарищеский матч сделать. Ну вот, и сегодня будем играть. У нас в отряде «Сталкеры», в принципе, все ребята очень любят спорт. Мы в бассейн часто ходим, сюда на поле приходим между собой играть. И вот такие товарищеские матчи со спортивной школой тоже мальчишки очень так поддерживают такую инициативу, а всегда активно участвуют. Ну, такие они спортсмены в этом плане. В напряженной и яркой борьбе команда «Барселона» одержала победу со счетом 3-1.